Если вам необходимо сделать резервную копию вашей системы, то для этого вам понадобится отличный инструмент в виде вот такой маленькой флешки. Я предлагаю сделать копию на свой собственный домашний сервер. Для этого нам надо выключить наш компьютер, вставить нашу флешку. Надо нажать много-много-много раз. Выбираем нашу флешку. Save and Exit. Инструмент Backup and Recovery. Я использую RescueZilla. Boot Normal Mode. Выбираю английский. Ждем, пока загрузится. Мы попадаем в вот такой прикольный рабочий стол. Сейчас мы будем делать бэкап. Выбираем наш диск, который мы будем бэкапить. Выбираем Shared Over a Network. Пишем путь до нашего сервера. А можем оставить название. Next. И все. Нам остается дождаться только окончания процесса. И все, у вас уже есть резервная копия, с помощью которой вы можете спать спокойно и не бояться, что ваши данные потеряются или что-то с ними случится.